Есть такая профессия – родину защищать. Всероссийская военно-патриотическая акция под таким названием продолжается и в Самарской области. В преддверии Дня защитника Отечества школьникам, которым еще предстоит отслужить в армии, рассказывают о военной службе в разных родах войск. О том, как стать профессиональным летчиком, ребятам рассказали пилоты аэроклуба ЦСКА «Самара». Мальчишки и девчонки смогли воочию увидеть вертолеты, которые и сегодня стоят на вооружении российской армии. Там все так красиво, там столько всяких кнопочек. Мне кажется, это очень сложно управлять вертолетом, и это очень большой труд. Мы рассказываем молодым людям, которые пока не выбрали свою будущую профессию, заинтересовать, и чтобы у всех появилось желание, очень хотелось, чтобы у них появилось желание пойти служить в армию, закончить училище, чтобы... Поколение старших, которые бывшие военные, уходят на пенсию. Уже было приятно, что за их спинами стоят орлы.